Ребят, всем большущий привет и добро пожаловать в мое новое видео, в котором я буду рассказывать о том, почему мы не покупаем дом в Америке. Буквально недавно по почте мне пришли вот такие вот штуки, да. И вот в этой написано, сколько в среднем стоят дома, за сколько они продались. Вот, например, за май месяц, да, и здесь по городам. Например, вот первый это Walnut Creek, это город, в котором мы живем, да, здесь есть еще ближайшие города, но это все находится в нашем районе. При этом наш район достаточно хороший, но, скажем так, еще не самый дорогой вообще здесь, в Бэй-Эрии. В том же Сан-Франциско цены дороже, или, например, в Кремниевой долине, особенно там в каких-нибудь самых классных городах, типа Пало-Альто, вот, там цены, конечно, еще дороже. Смотрите, кратко вот вам покажу, например, Walnut Creek, да, продан был за май 71 дом, и средняя цена это 1,5 миллиона. При этом это не какие-то офигенные дома, это там может быть 4 спальни, например, 2-3 ванны. И дом, например, в там, 70-х годов постройки, то есть это там, 50-летний дом. То, что, например, продается ближе к центру, то это тоже примерно в районе 1,5 миллионов, но здесь дома могут быть 50-х годов. Мне кажется, недавно я видела даже 20-го года дом, поэтому тоже все достаточно дорого. Давайте посмотрим еще ближайшие районы. Например, Алама, 33 дома продано, 2,7 миллиона средняя цена. Денвилл, тоже классный район, 82 дома, 2 миллиона. Ламаринда, 119 домов, 2,2 миллиона. Есть вот, например, Конкорд, там 108 домов, 863 тысячи. Но чтобы вы понимали, Конкорд — это сразу менее безопасно, это хуже школы, то есть если стоит дешевле, соответственно, оно стоит не просто так. Клейтон, 10 домов, 1,2 миллиона, Мартинес, 38 857 тысяч и Pleasant Hill. Pleasant Hill это тоже вот, это между нами и Конкордом, и цена примерно тоже между нами и Конкордом, 30 домов, 1,2 миллиона. Плюс еще, смотрите, очень интересный показатель, да, за сколько в среднем дней продался дом. То есть, я не знаю, в Беларуси, мне кажется, вот ты дом вывешиваешь, он может там 2-3 месяца, может там год продаваться, то есть, смотря какой дом. Здесь все улетает, смотрите, в среднем 11 дней, 9, 8, 11, 6, 5, 10, 6, то есть буквально неделя, и все, и дом продан. Причем на дом вполне может быть 10-20 претендентов, я думаю, что может быть и больше. И тут какая система? Все предлагают свою цену, и в итоге, кто предложил больше, тот победил. К примеру, да, за дом просят $1 миллион. Приходит первый покупатель, да, предлагает 1,2 миллиона, да, следующий 1,25, там, ну, вот, и каждый предлагает какую-то свою сумму, и в итоге, да, у кого больше, тот победил. Причем к вот этой цене, по которой выставляют дом, всегда нужно прибавлять, ну, здесь примерно около 15-20%, то есть 200-300 тысяч стабильно. То есть если дом выставлен за, например, 1,4 миллиона, то, скорее всего, он уйдет где-то за 1,7 миллиона. Поэтому, если вдруг будете смотреть на Zillow дома, вдруг вы решите ознакомиться с ценником домов, почем тут продаются, то прибавляйте, имейте в виду, что нужно прибавлять. И не факт, вы что еще выиграете, некоторые смотрят, только 5 домов подают и не могут выиграть, потому что просто очень много людей, кто хочет сейчас купить дома, а достаточно мало домов на рынке и достаточно большой спрос, поэтому получается вот то, что получается. Я думаю, что мы с вами посмотрим вот буквально чуть позже на Zillow тоже, что вообще здесь предлагается, что почем. Второй буклет, который мне пришел, это квартиры. Вот на этой вот стороне это лакшери квартиры всякие. Тут тоже цены, я вам скажу, есть. Например, вот какая-то квартира 1,7 миллиона. Вы представляете, мы ходим возле этого здания достаточно часто. Там очень, ну, красивое здание, классные балконы, но оно находится прямо возле трассы и возле БАРТа. БАРТ — это электричка, то есть там
достаточно шумно. И вот 1 700 000. Я думаю, что они, наверное, огромные там, но все равно 1 700 000 за квартиру. Представляете такие цены? 1 200 000, 1 300 000. Ну вот есть что-то за 700 000 можно купить, но я думаю, что это что-то такое одна-двух максимум спаленное. Есть не лакшери, а уже такое постарше построек. Вот что-то можно купить за 300 000. Но 300 это небольшая, это где-то 50 квадратов, где-то квартирка. Можно купить за 300 000. Но я не знаю, как там что-то, что по качеству, но это будет хуже, чем, например, вот где мы сейчас живем, наша квартира. Я думаю, что наша квартира, где мы сейчас живем, тоже будет в районе, если бы она продавалась, в нашем комплексе квартиры не продаются, я думаю, это тоже стоило бы в районе, может быть, 1 700 000, вот что-то около того, а может даже и дороже. Не знаю, сложно сказать, я не особо смотрела квартиры, потому что мы все-таки нацелены, наверное, на дом. То есть к чему я все веду еще, да, что квартиру, возможно, мы могли бы себе позволить, особенно вот в комплексе, например, пониже уровнем, но как-то не хочется, то есть покупать квартиру, потом что-то где-то покупать, скорости, может быть, дом через пару лет, не знаю, вот сложно, поэтому пока что арендуем, и попозже я еще больше объясню, почему мы и дом-то не покупаем по итогу. Вообще, многие рассказывают, что они не покупают свое жилье, так как снимать выгоднее, там, ну, какие-то есть подсчеты. Если честно, я не изучала эту тему. Если вы прям изучали ее очень сильно, напишите в комментариях, может быть, у вас какое-то есть свое мнение на этот счет. Но, как мне кажется, что снимать выгодно только в том случае, если вы хотите, не хотите сейчас вкладывать кучу денег, потому что, смотрите, когда вы покупаете жилье свое, вы должны заплатить первоначальный взнос, который здесь называется down payment, и в основном это 20%. То есть если там первое жилье и все такое, там есть что-то ниже, но в условиях такого жесткого конкурентного рынка, я даже не знаю, если честно, работает ли это здесь, то есть в основном это 20% вы должны заплатить сразу. То есть, например, если это дом за 1,5 миллиона, соответственно, 300 000 у тебя уже должно быть, вот, принести и выплатить. Остальное ты берешь в банке там, под процент. Соответственно, да, если у вас есть какие-то идеи, куда, например, вы можете эти 300 000 вложить, какой-то бизнес, там еще что-то, понятно, наверное, лучше вложить, если классная идея, конечно, если вы не прогорите с этим всем делом, то лучше вложить эти 300 000, чтобы эти деньги работали на вас. Но если же вы просто какой-то сотрудник по найму, который просто получает свою зарплату, и вы не знаете толком даже, куда вкладывать эти деньги, то покупка недвижимости — это тоже своего рода вложение, потому что растут цены очень сильно. Здесь, мне кажется, я не знаю, процентов на 20 просто за этот год выросли дома. Ну, очень сильно. Какой-то просто шок. Квартиры, кстати, не так растут, вот именно дома. Мне кажется, это связано еще с карантином. Все захотели жить в своих домах, потому что в квартире на карантине тусоваться так себе, особенно с детьми, все где-то свой двор захотели. Вот, мне кажется, этим вызван ажиотаж так именно на дома. Так вот, если бы у нас было уже там 300-400 000, 300 это, кстати, 1,5 миллиона, то достаточно средний дом, нормальный, стоит уже где-то, надо ориентироваться больше на 2. Если бы у нас было сейчас 400 000, то я думаю, что, возможно, мы бы купили бы дом. Но смотрите, платите вы 400 000, и потом же за этот дом вам нужно будет тоже платить где-то в районе 8 000 долларов в месяц. То есть представьте, какая зарплата у вас должна быть, чтобы платить такие деньги. Давайте, чтобы я просто не рассказывала вам вот так вот это все из головы, пойдем на Zillow и посмотрим конкретно, сколько будут оплаты в месяц при разной стоимости дома. Я зашла на Zillow.com, это один из самых популярных здесь сайтов по поиску недвижимости. Можно искать как для покупки, так можно и искать вообще для аренды. Но давайте посмотрим покупку, раз уж мы про покупку сегодня разговариваем. И про покупку домов. Так, давайте, наверное, уберем тут все. И выберем, что мы хотим только дома. Вот они, наши дома, которые сейчас доступны. Вот смотрите, цены, да, вы видите, 1 600 000, 1 650 000. Вот какой-то вроде бы недорогой, но он совсем небольшой. 3 bedroom, это, ну, 3 трехспаленные, это такой небольшой дом. И он находится где-то, вот видите, достаточно далеко от центра.
Можем зайти посмотреть вообще, что за он. Давайте какой-нибудь 1 200 000. Недорогой, да? Вот такой у нас получается дом на Zillow. Он вот здесь на сайте всего 2 дня. И уже, смотрите, 1360 просмотров. 43 человека себе сохранили. И будет, кстати, не будет сегодня, с часа до 4 был open house, то есть можно было прийти, прямо посмотреть, походить по дому. Дом этот построен в 1978 году, то есть не совсем такой же прям новый дом. Школы, ну, не идеальные, но достаточно неплохие, вот 7 из 10, 7 и 9, вот это прям хорошая школа. И, ну, 7 это достаточно тоже неплохие школы. Чтобы купить такой дом, смотрите, 1 200 000, то есть вам нужно будет заплатить 240 тысяч сразу, плюс платеж в месяц будет составлять 5400 долларов в месяц. И здесь еще учитывайте, что за 1 200 000 он, скорее всего, не уйдет, это будет, наверное, 1 400 000. Вот, выглядит дом примерно вот так, тут рядом какие-то теннисные корты. Так, ну, достаточно симпатично. Кухня, видите, скорее всего, надо будет менять, если вы любите новую, потому что кухня достаточно старая, видите, бытовая техника здесь тоже вся старая. Скорее всего, ремонтов в доме особо нет. Так, это что, весь двор? Непонятно, дворик тоже достаточно небольшой, как будто это не дом, а таунхаус какой-нибудь, если честно. Но, возможно, просто такой маленький двор. Поэтому, наверное, цена ниже. Давайте еще что-нибудь глянем. Вот, например, я открыла еще один дом. Достаточно тоже, не сказать, что он прям супер большой. 4 спальни у него, 3 ванные. Почти 1,5 миллиона стоит. Одноэтажный домик вот такой. Очень симпатичный у него двор. Смотрите, какой бассейн классный. Ну, конечно, они еще сняли тут так красиво, постарались. Вот, но в целом, конечно, такой интересный, в принципе, дом. Кухня поновее, по крайней мере, техника, я вижу, что новая. Давайте посмотрим вообще 3 дня, вот он на Zillow, тоже open house, тоже был сегодня. И когда он построен? 68-го года, то есть, видите, достаточно старые дома. Давайте мы, наверное, сейчас сделаем с вами фильтр, чтобы посмотреть дома поновее, потому что, ну вот, одна из причин, я не очень хочу тоже старый дом, вот старые можно, наверное, купить подешевле, но мне кажется, может быть, столько много проблем с ними, что я как-то не очень страшно так рисковать. И опять же, ну смотрите, все равно нужно 300 тысяч заплатить сразу, не 300, скорее всего, он будет стоить не за 1 500 000 уйдет, да, скорее всего, он идет за 1 800 000. За 360 тысяч, и там не 6 600, а там 7 тысяч плюс. Каждый месяц вам нужно будет платить в течение, по-моему, 30 лет. Давайте ограничим где-то, например, 2010 годом. Пусть это будут там 10-летние дома, да, и новее. И смотрите, какая сразу у нас картина. То есть у нас осталось буквально 3 дома, здесь какие-то что-то, наверное, просто модель какая-то, здесь какой-то дом и здесь. Вот, например, есть за 1,8 миллиона. Давайте посмотрим, что там мне предлагают. Вот, смотрите, такой домишко, Хуанита Драйв, да, почти 1,8 миллиона, однозначно тоже, да, опять же, наверное, скорее всего, уйдет это все дело дороже. 5 спален, получается, ну, кстати, вот уже 18 дней, и как будто они снизили цену, может быть, все-таки он и не уйдет дороже, может, 1,8 уйдет, может, они изначально загнули. 5 спален, получается, в нем, 2015 год постройки, достаточно новый, и школы, прям, смотрите, шикарные школы, 10-9-10, отличные школы, вот, сам дом снаружи не очень впечатляет лично меня, но внутри, смотрите, достаточно симпатичный. Вот такие окна большие. Тут не очень. Дворик. Дворик не особо тоже впечатляющий. Здесь какие-то стоят диваны, и вот какой-то стол со стульями. Вот, в принципе, и все. Вот это стоит 1,8 миллиона.
Я думаю, что в принципе концепция ясна, да, вот есть 2,2 миллиона, можно продолжить смотреть. Если вам интересно, можете залезть и посмотреть просто дома в любых местах, все это онлайн доступно. Вот тут, кстати, смотрите, это красивая кухня, смотрите, какая у них красивая, светленькая. Двор достаточно большой, бассейна нет, но можно сделать, достаточно большая территория. Такой интересный дом, но видите, тоже больше 2 миллионов, 2,2. И то не факт, что он за 2,2 уйдет, возможно, он уйдет дороже, потому что он всего вот 3 дня на Zillow. И вот это уже стоит там 10 тысяч в месяц, даже больше, если он дороже уйдет. И плюс вы сразу же должны заплатить вот 450 где-то тысяч, да, 2016. Поэтому цены достаточно кусаются. Причем школа, смотрите, какая еще не очень тут, пятерка, шестерка. Короче, цены достаточно в Калифорнии кусаются, особенно вот в Бэй-Эрии, ну и не только. Еще, кстати, что хотела вам рассказать, один из факторов, это то, что очень зависит все от места. Вот вы, например, живете у себя там в городе, да, у себя в стране, и вы примерно знаете по каждому городу, что там как, ну, где-то от кого-то слышали, кто-то рассказывал, где-то сами жили, и примерно знаете, тут вы приезжаете, тут все новое, причем отличается все так кардинально, то есть, например, вот здесь вот там классный район, а вот здесь вот уже не очень, то есть буквально немножко тут ехать там 10-15 минут, и могут быть, ну, кардинально отличаться районы. Вот здесь, например, классные районы, да, а вот, например, Окленд вы поедете, здесь вообще просто там, ну, есть, говорят, что Окленд где-то хорошие районы, но в целом Окленд это не самое лучшее место вообще для жизни, достаточно небезопасно там, и, ну, короче, все очень сильно отличается, даже вот этот клочок земли, который можно тут за час объехать, да, вот сюда час, там, отсюда сюда час, там, вот здесь там 20 минут ехать, очень сильно все отличается, поэтому очень много чего нужно изучать, и с покупкой дома, конечно, сложно торопиться, а это только этот клочок. А если взять в целом США, то очень много разных мест, которые хотелось бы изучить и все это взвесить до покупки дома, поэтому это еще один фактор, который тоже все это дело усложняет. Так вот, что у нас по итогу получается? Квартиру мы покупать не хотим, и при этом же, да, квартиры, которые в классных комплексах, например, как мы сейчас живем, стоят тоже достаточно дорого, сопоставимо иногда со стоимостью дома. Дом в данный момент мы себе позволить просто не можем, говорю как есть. Остается еще третий вариант таунхаусы, но мы еще на самом деле пока что присматриваемся к другим штатам. Вот мы ездили в Остин. Если вы не видели, кстати, мое видео, то посмотрите обязательно. Я очень старалась, мне кажется, это просто офигенное видео, где-то вот здесь вот будет ссылка, я оставлю еще в описании тоже ссылку на видео про Остин. И мы ездили еще в Северную Каролину. Это треугольник, который исследовательский, Research Triangle называется, и ездили в Шарлотт. Я соберусь, когда силы, я доделаю видео и оттуда, так что это все будет когда-то на моем канале. Можете подписаться, если вы ждете видео про Каролину тоже. Остин нам, кстати, достаточно понравился, но у нас все еще сомнения. И в целом, если мы себе сможем позволить дом, мы бы хотели, конечно, остаться в Калифорнии. Но пока что у нас еще тоже идет процесс по грин-карте. Мы ждем, чтобы все-таки у нас была какая-то стабильность, уверенность, что нас никто не выгонит из страны, и мы точно сможем остаться. И до этого нам как-то немножко тоже еще стремновато как-то вкладываться в недвижимость, покупать здесь что-то. Поэтому мы ждем вот этого вопроса. И я думаю, что в итоге первым жильем мы будем смотреть какой-то таунхаус. Это что-то среднее между, получается, квартирой и домом, то есть это как несколько домов, слепленных вместе, да, то есть у вас общая стена. И в идеале я бы хотела что-то с небольшим двориком, таким, ну, маленьким. То, что пока что я вижу по таунхаусам, в основном с одной стороны просто крыльцо и с другой стороны гараж. То есть и нет никакого своего такого приватного дворика, я бы хотела, ну, такой небольшой, но просто хотя бы, чтобы он был. Может быть, там, не знаю, кота выпустить туда погулять во дворе или поставить какой-нибудь джакузи, например, чтобы свой стоял. Ну, и хотелось бы еще, чтобы была общая территория, там, бассейн, там, барбекю, что-нибудь, чтобы такие были какие-то еще штуки. Вот, это, наверное, мой идеал первого жилья, а потом я все-таки надеюсь, что мы сможем позволить себе дом. Принимаю ваши пожелания, удачи в комментариях. Вот, увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.